Набыть карту гостя зараз можно и у Гомеле. Сегодня в регионе открылось представительство уникального для Беларуси туристического проекта. Какие переваги отримливает уладальник карты, доведался Дмитрий Котов. У многих краинах света денежные специальные программы, которые предоставляют туристам скидки при наведывании самых разных объектов. Летость до сусветной тенденции долучилась Беларусь. Проект «Карта гостя» спочатку объединял 76 объектов, зараз их больше, как 700 по всей краине. Это музеи, магазины, рестораны, гостиницы, пункты проката автомобилей. Уладальник «Карты гостя» навод мае право бесплатного проезда у громадском транспорте. «Карта гостя» – это пластиковая смарт-карта, якая нагадывает звычайную банку. Існує 5 форматов разного кошту и термину деяния. Комплексная, так сказать, система, значит, включения объектов, она позволяет, наверное, ну, наиболее интересно и с пользой человеку, купив этот продукт, и спланировать маршрут, и иметь какую-то конкретную экономию. Подробная информация представлена на сайте проекта. До речи, там же можно и заказать свою карту, а после забрать у пунктах продажу. Один из них начал денежить у Гомеле, и он разместился по улице Советской, 28. До гульной системы проекта долучились 80 объектов у регионе. Сирот и Гомельский палацово-парковый ансамбль, музей битвы за Днепр, Ветковский музей старообрядництва и белорусских традиций имя Шклярова. Карта гостя разлишена не только на популяризацию туристичной привабности краины, але и развитие у внутреннего туризму. Тем больше, коли есть чем затекавить не только замежных гостей, але и жихаров соседних регионов. У нас есть что посмотреть и что показать как нашим туристам Республики Беларусь, так и иностранным туристам. Поэтому мы всегда рады туристам, всегда их ждем. У нас в городе Гомеле достаточно много знаковых исторических объектов, которые включены уже в данный проект. И также включены ряд объектов Гомельской области. Это музеи, гостиницы, рестораны. У Гомеле сподяются, что со з'явлением представительства проекта «Карта гостя» колькость жадающих ознайомиться с культурной спадщиной региона станет больше. У перспективе планируется повеличить колькость объектов, которые будут пропоновывать скидки уладальникам карт, а так само место их реализации. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».